Да? А мечта наша именно двигаться по доскам в радости, с легкостью, дарить подарки, решать финансовые задачи в том числе. И я вам говорил это и буду говорить дальше. Мы находимся сейчас в очень интересном времени. Время, где на наших глазах пишется история и происходят исторические события, которые тысячелетиями не проходили. И сейчас они происходят. И сейчас важнее... Ой, Виталий Алексеев тоже здесь, привет. И сейчас важнее, как никогда... быть в хорошем настроении, быть на высоких вибрациях, быть в обществе людей, которые тебя наполняют, где ты можешь зажечься огоньком. Людям нужен будет островок, где их сообщество вот так вот обнимет, скажет, дружище, несмотря на эти все доски. Да, пойдем к нам, у нас хорошее настроение, у нас хорошая вибрация, у нас вот заходи на чат, вот тебе позитивчик, давайте встретимся офлайн, давайте будем на высокой вибрации. И это наше движение, друзья, и это ценность нашего движения. И придет время, где у нас, возможно, даже не будет такой нужды в деньгах, да, потому что вот другая финансовая система нас ожидает. На самом деле очень хороший мир, да, я полностью в этом убежден, но мы должны пройти этот путь еще. И этот шлюз между сейчас и потом, мы являемся вот в нашем движении, вот этот шлюз мы создаем, да, где мы решаем финансовые задачи наши, где мы находимся в хорошем настроении, и в этом мире, в который мы идем, который мы с вами вместе создаем, именно создаем мы вот именно за то, что мы на хороших высоких вибрациях, это наша... позитивное вот это вот мышление и особенно внутренний настрой манифестирует этот новый мир. Зависимость отпадет, и мы будем свободными. Останется именно человечность между нами. И эти подарки, которые мы сегодня делаем, и заряжаем их, да, мы об этом говорим. Мы отправляем, уважаемая Виктория, да, уважаемая Ольга, Наталья, Оксана, Жанна, Сергей, там, да, поздравляю тебя с легендой, да, отправляю тебе подарок, дарю тебе от всего сердца, с любовью, благословляю тебя. Вот эти вот моменты, вот эта энергия, которую мы отправляем, ею мы будем всегда обмениваться, друзья, в любом состоянии, здесь и потом. И это будет самая важная валюта, это будет самая важная ценность. Если мы в деньгах уже не нуждаемся, то это самое важное будет именно взаимоотношения, общение между людьми, обмен энергией между нами. На идеология, да, и лидеры, которые там уже изначально, все, ребят, мы с вами, да, и мы с нашими командами поговорим, это те люди, которые объединяются вокруг идеологии нашей. Дорогая легенда, я хочу сделать вам подарок. Дорогая легенда, хочу сделать вам подарок. Легенда, хочу сделать вам подарок. Дорогая легенда, хочу сделать вам подарок. Здравствуй, уважаемая легенда. Я хочу сделать тебе подарок. Привет, легенда. Я хочу сделать тебе подарок. От всего сердца и от всей души. Дорогая легенда, хочу сделать тебе от чистого сердца искренний подарок. И пусть он исполнит все твои мечты. Легенда,
Я даритель с вашей доски. Я пришла, чтобы подарить вам подарок. Легенда, я хочу сделать вам подарок. Легенда, на какие реквизиты вам выслать подарок? Дорогая легенда, сама судьба благоволила сделать тебе подарок. Дорогая легенда, хочу сделать вам подарок. Легенда, здравствуй. Я даритель с твоей доски. И я хочу сделать тебе подарок. Дорогая легенда, сама судьба благоволила сделать тебе этот подарок. Поэтому прими его от чистого сердца. Большое спасибо. Я вам очень благодарна за подарок, который вы мне сделали. Спасибо большое за подарок. Я вам очень благодарна за подарок. Я так счастлива, это так неожиданно. Спасибо большое за подарок. Спасибо большое за твой подарочек. Надеюсь, и ты скоро будешь их получать. Господи, спасибо вам большое. Я вас обожаю всех. Ребята, спасибо за подарки. Меня переполняют эмоции. А вам желаю скорее добраться до легенды и ощутить то же самое. Это движение осознанных людей, которые передвигаются по доскам изобилия, друг другу даря подарки в динамике определенной и находясь вот в этом вот высоковибрационном состоянии, наполняя друг друга и тем самым создавая шлюз между сейчас и этим новым миром, куда мы с вами все вместе идем, который мы с вами все вместе строим. Это, друзья, с моей точки, с моей позиции очень важно.